Дорогие друзья, здравствуйте. Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Светлана Вишнякова. Наши режиссеры Мария Сунхалырова, Николай Слепцов, Айдын. А в нашей студии гости, художники. И ближайшие 40 минут мы будем говорить о том, как живет наш Якутск культурную жизнь с легкой руки моих сегодняшних гостей, которых я, конечно же, с удовольствием хочу представить. Сегодня в нашей студии члены Союза художников России, живописцы. Это Иннокентий Корякин. Иннокентий, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Колесов. Добрый день. И Роман Петров. Здравствуйте. Это не единственные регалии, которые я назвала. Кто-то из вас еще является преподавателем, хотя вы все в какой-то период времени преподавали. Вы отличники образования, вы отличники культуры Республики Саха-Якутия, правильно? Правильно. Поправляйте меня, если что. Вот. И у всех у вас есть, проходят выставки, есть послужной список отличный. И вот сегодня, я думаю, все-таки январь у нас только начался. Хорошее время для того, чтобы, может быть, подвести итоги, личные профессиональные итоги каждого из вас за 2023 год и, может быть, начать новую страницу 2024 года, рассказав о планах, которые вы наверняка уже вынашиваете или о которых вы заявляете в вашем творческом сообществе. Как вам такие планы на сегодняшний эфир? Замечательно. Давайте, может быть, расскажем о том, каким был 2023 год для каждого из вас. Вообще, если смотреть обобщенно, то в 2023 году было очень много выставок. Мы в предыдущем эфире, как раз в декабре, с вашими коллегами говорили об этом. Он был насыщенным, этот год. Ну, может быть, начнем, Сергей, с вас. Каким он был для вас? Ну, действительно. Во-первых, еще раз добрый день, дорогие радиослушатели нашей республики. Хочу вас всех поздравить вот с наступившим 2024 годом. Желаю всем крепкого здоровья, хорошей, плодотворной работы, особенно нашим художникам. Ну, действительно, 2023 год прошел очень обширный, очень насыщенный. Очень много было выставок и республиканских, и российских, и зональных, и региональных. Очень много выставок было. Вот последние выставки, да, большие были. Это город Красноярск, и Иркутск, и завершение в городе Улан-Удэ. Эта выставка стояла. Такие выездные. Ну и в Якутске проходило тоже много выставок. Да, в Якутске республиканские выставки тоже очень тематические. Это Союз художников наш очень много выставки делает по разным темам. И на все эти вот выставки мы, художники, стараемся принять активное участие. А как, на ваш взгляд, насколько востребовано творчество, вот ваше творчество в нашем городе? И отличается ли эта востребованность, когда вы выезжаете в другие города? Чувствуете ли вы разницу? Да, очень разница чувствуется и в республике, и вот по России. Очень даже вот мне очень отрадно, что нынче Иркутский художественный музей приобрел в результате этой выставки, которая прошла в Красноярске и в Иркутске, да, приобрел одну мою работу в своем музее, и это меня очень как бы на будущее продвигает. Такой стимул, скажем. Такой жест признания. Да. А что это за работа, что было изображено на ней? Работа была, называлась «Деревенский пейзаж». Я обычно делаю вот этюду, пишу очень много, и, исходя из этих этюдов, вот какая-нибудь тема, если меня более так тонко затронет, но дальше я его развиваю, и в итоге получается картина, да, в целом. Вот это небольшая такая картина была, «Деревенский пейзаж», там был вид, ну, из жизни, скажем так, села, что ли, да? Вот сейчас, да, показывают у нас картины? Ага, ну вот это этюды, это другие немножко. Но это ваша работа? Да, это моя работа. И вот как бы мне позвонили вот из Иркутского музея, да, и попросили, чтобы я дал согласие, чтобы они приобрели эту работу. Я, конечно, с большим удовольствием согласился. Я сказал, что действительно, вот мне даже очень отрадно, что вот музей приобрел мою работу. А наши музеи, наш Национальный художественный музей обращаются с такими, да, тоже, предложениями?
Тоже обращаются. Вот, очень много наших художников, вот национально в нашем художественном музее тоже работы есть. Да. И как раз сейчас проходит выставка «Иннокентий Ваша» в Национальном художественном музее. Расскажите, пожалуйста, о том, каким был 23-й год для вас, чем вы гордитесь, может быть, как художник в вашей профессиональной сфере. Ну и давайте пригласим всех наших слушателей и зрителей на ту выставку, которая сейчас проходит, и скажем, до какого числа она и будет идти. Добрый день еще раз. Вот, в 23-м году мне исполнилось 50 лет, и в связи с этим вот я решил выставиться, показать своим зрителям свою очередную выставку. Юбилейный ваш год? Юбилейная выставка. А в профессии получается сколько? Где-то 6-7 выставок таких. А в профессии сколько вы лет? Вот юбилейный год вам 50. О, я не считаю. Да? Всю жизнь? Всю жизнь. С малых лет мы работаем. И вот 7 декабря эта выставка открылась, и выставка будет до 4 февраля. Вот сейчас показывают, да, фрагменты с вашей выставки? Это открытие идет, с открытия фотографии. Что на ваших картинах, что на ваших полотнах, расскажите? Ну, мое творчество связано с жизнью моего народа саха. Быт, жизнь, традиции, мифология – это все в моих полотнах отражено. Откуда берутся вот эти вот сюжеты, вот эти вот какие-то, может быть, картинки сначала внутри, и потом через какое-то время они перемещаются на полотно? Ну, замыслы приходят с детства, наверное, скорее, из рассказов своих близких, бабушки, матери, отца и своих друзей. Много работ у меня связаны с охотой, и мои друзья-охотники очень близки с природой. И они влияют на мое творчество, их рассказы. И много я читаю, слушаю, поэтому вот. То есть у вас память как некое хранилище, да, тех историй, которые вы слышали в детстве, потом вы их добираете еще И как бы ностальгия, что ли, по прошедшему времени. И мои герои – это прошлый век больше, не наш, в котором мы живем, а прошлый век. Я стараюсь как-то отразить именно то время, которое жили наши предки. Наши предки – это в какое время вы имеете в виду? Это 17-й, начиная с 17-го, 18-й, 19-й век. Так. То есть тогда, когда вы не жили, вы сам? Мои герои в основном. Значит, вы душой оттуда как будто бы? Ну, можно сказать так. А вы вообще верите в то, что душа живет в несколько жизней, в нескольких телах? Может быть, вас внутри творит именно тот человек, который сейчас воплотился в это тело? Верю. Правда? 100%, что наша душа бессмертна. Вы сказали, что у вас было 6-7 выставок за прошлый год, да? Нет, это в целом. А, в целом. А как выставка вообще, как она проходит, как начинается, насколько это сложно для художника? Ну, это, организационные моменты. Угу. Делаете ли вы это все сами или у вас есть специальный человек? Выставка, например, эта выставка наметилась уже 2 года назад. Уже меня поставили в очередь. Я уже начинаю работать вот за 2 года. Уже материал собираю, уже морально, духовно готовлюсь. И в итоге... Вот, оказывается, тоже очередь есть, да? Очередь есть, и время нужно свое найти, чтобы народ ходил на выставку. Например, зимнее время очень сложно для живописца, потому что наши суровые морозы очень плохо отражаются на полотно. Ломаются, например, от мороза, да? Рама ломается, сам холст ломается. И пока вы везете до музея, имеете в виду? При перевозке. Но несмотря мы, художники... Рискуете. Рискуем и стараемся как-то такие лютые морозы как-то обрадовать свой народ, можно сказать. Как считаете, получается у вас, как вы обратную связь ловите? Ну, говорят, что народ ходит, значит, то, что мы стараемся, как-то народ любит,
много, говорят, ходит сейчас. Зима для картин, да, вы сказали, да, что это такое небезопасное время, но зато отличное время для скульптур. И у нас сегодня в нашей студии победитель Петр Романов, победитель фестиваля, который прошел... Роман Петров, который прошел фестиваль, который прошел в Харбине, и вы заняли второе и третье место, как раз-таки представляя свои ледовые скульптуры. Да, ну... Этот год, ну, начнем сначала, я вообще-то не, на самом деле, не ледовый скульптор, а Косторез. А, ну, это были в начале года у меня выставка в Салехарде. Ну, я там принимал участие, там большая выставка по Косторезному делу. Потом в Магадане. Недавно тоже вот осенью прошла выставка. Ну и, кроме всего прочего, я занимаюсь деревянными скульптурами. Вот в этом году в городе Ноябрьск, это Ямало-Ненецкий автономный округ, там делал скульптуру, которая заняла тоже первое место. Очень удачно съездил туда. А затем, получается, этой зимой мы начали в город Ямал, съездили в город Таркосале, там тоже делали скульптуру, и после этого поехали в Екатеринбург, там тоже большой такой фестиваль, Европа-Азия называется, достаточно большой международный фестиваль, там мы тоже, ну, тема была Пушкин, так как юбилей нашему поэту Александру Сергеевичу Пушкину, на этом фестивале тоже заняли призовое место первое. Ну и после этого поехали в Харбин. Вот как раз сейчас, это вот после достаточно долгого перерыва открылся этот фестиваль ледовой и снежной скульптуры в городе Харбин. И там мы заняли по ледовой скульптуре третье место и по снежной, да, второе место. Хорошая работа получилась. Вы говорите, вы ездили со своей командой? Ну, у меня есть постоянно напарник этот, Иван Румянцев, он у Султанского Булуса, он сейчас живет в Намцах тоже, вот мы постоянно вместе с ним едем. То есть это победа на двоих, одна на двоих? Ну, да, да. И вообще говорят, что, вот мы за кадром общались, что ваши работы всегда отмечают на всех выставках и фестивалях, куда вы приезжаете. Как вы думаете, с чем связано вот такое вот внимание к вашему творчеству? Ну, я вот как бы... Ну, мы стараемся, работаем на полную силу. Кроме всего прочего, там все-таки необходимо не просто вот мастерство, но обязательно нужен замысел. Это одно из самых главных вот этих смысловая нагрузка скульптуры, вообще любой работы. Без этого работа, ну, становится пустой. Ну, да, она красивая, да, блестит, но в чем ее смысл? Поэтому стараемся в каждой нашей скульптуре обязательно делать какие-то смыслы, какие-то вот эти... Ну, чтобы людям было не просто так вот приятно смотреть, но чтобы они задумывались, для чего это сделано, зачем это сделано. Ну, я думаю, это касается любого творчества, потому что ну, художник – это призвание для того, чтобы он просто как бы... Люди задавались вопросами, глядя на работы художников. А вот в чем замысел вот ледовых скульптур, которые сейчас вот видели наши зрители, которые вы возите на фестивали? Как это понять? Я, например, когда смотрю, я просто смотрю, думаю, боже мой, ну как можно было вот из снега, изо льда вот настолько вот это вот все так огранить, так точно сделать? Мне вот я даже не успеваю это всмотреться, мне просто одно то, что такое существует, мне уже удивительно. Ну, вот самая вот изюминка вот этих работ ледовых и снежных скульптур, то, что они рано или поздно исчезнут, и просто их не будет. А фотографии, это на самом деле, это, ну, одна треть всего лишь впечатления, которое можно получить, смотря на эти скульптуры. Если их видеть вот воочию, прямо вот, они иногда просто поражают, тем более вот в этом Харбине, там используют искусственный снег, очень твердый, очень белый. И, ну, там размеры 4 метра высоты, вот эти скульптуры. И иногда бывает до 5 метров. Ну, в диаметре, ну, вернее, вот, одна сторона 3 метра, высота 4 метра. Туда даже на этот куб залезть даже очень трудно. И вот я хотел просто сказать, что вот этот материал, вот это самое главное, вот этот лед, он важен своей графикой, вот эта прозрачность, вот этот, особенно при правильном освещении, при правильном вот этом фон,
допустим, он очень становится таким красивым и выразительным. Снег то же самое, это такой очень как бы материал такой белый, на черном фоне это, ну, очень большое впечатление производит. Вы правильно сказали, что если картина – это то, что остается на века, то фигуры ледовые и снежные фигуры, они временно существуют. Да. И как будто бы тогда кажется как-то даже и обидно. Ну да, обидно, поэтому я и занимаюсь деревянной скульптурой, чтобы что-то осталось от нашего творчества. Так, лед и снег – это очень благодарный материал, на самом деле. Благодарный? Да, прям это, ну, он легко режется, легко добывается. Ну, это самый дешевый материал. Это не мрамор, не какой-то такой драгоценный камень, а вот это фактически, ну, вот сама природа создала этот лед, вот лед его поставили, и вот, пожалуйста, художник делает скульптуры. А вы этот лед как, где берете? Его не специально замораживают, это откуда-то? Ну, этот лед, ну, в разных фестивалях разный лед используют. Допустим, вот в Харбине, там у них рядом река Сунгари, и там вот очень масштабные такие прям заготовки льда, там это просто, ну, непостижимо, там они тысячи этих тон просто этого льда берут и вот делают целые города. Ну и нам как бы вот такие дают, как бы, как сказать, ну там такой фестиваль, называется моноблок, называется моноблок. То есть это вам дают один лимитированный кусок льда, и вот вы из него делаете. И, значит, в начале фестиваля там идет жеребьевка, и по жребию вам достается лед. Ну, лед – это природный материал, естественно, он очень разный. Там могут быть сколы, могут быть трещины. Внутри могут быть рыбки, там, трава всякая, ну, что угодно может случиться, поэтому этот жребий как бы уравнивает. Ну, кому-то, да, достается плохой лед, но треснутый. Но это же уже тогда минус для работы. Ну, да, это возникает сложности, но, допустим, вот в этом году некоторым достались вообще очень плохие льды, совсем плохие льды, но они занимали призовые места, это просто это, так, очень красивая работа делали. А сколько нужно времени? Вот это вообще какой-то городок? Вот, да, это вот этот город, этот ледяной там остров посреди реки Сунгари, с одной стороны старый Харбин, с одной стороны новый Харбин. И вот этот остров, это просто поражает своими этими размерами, вот этот, ну, ледовый городок, это вот там они построили колесо, обозрение. Он 120 метров высоты. И, вот и мы... все из снега, все из льда это? Нет, колесо настоящее, да. А вот все вот эти дома, вот это все прочее, это все из льда сделано. Да. И подсветка там. Ну, очень красиво. Ну, и там прям это столько народу, там это в день по несколько сот тысяч человек вот одновременно проходит там. И все это потом растает? Да, это все тает. Где-то в феврале они начинают разбирать. Ну, когда вот начинает таять, это прям очень сильно, и вот не исчезает фигура. Как-то правда жалко, столько труда, еще тем более такие фактурные эти фигуры. А у нас же вот есть, у нас в Якутии царство вечной мерзлоты, да, там вот лед же, он не тает. Почему бы для ледовых фигур не сделать такое хранение, да, чтобы хотя бы какое-то время они были? Ну, знаете, вот это как бы такое идет, вот, как бы, ну, по времени и по своему объему. Лед, он все равно не сохранится, он начнет оплавляться, таять в любом случае. Поэтому, ну, этот фестиваль очень такой, как бы, престижный, поэтому туда стремятся все художники ехать. Поэтому работы каждым годом все лучше и лучше. Там, это видно прям, да. Это вот у вас такое начало года случилось? Это же уже, ну, да, в этом году? В этом году хороший успели год вы, начинается. Да. Ну, и этот Новый год я встретил в самолете, когда летел в Харбин. По всей видимости, целый год буду куда-то летать. Да, будете, видимо, да. Будет много поездок. Для вас это хорошо? Да, я очень люблю ездить. Вот, да, у меня планов много. В этом году, в 2004 году, там намечаются многие фестивали тоже по деревянной скульптуре. Там же это Ямали, тоже фестивали есть. Вот приглашали в Лисянку, это на Байкале. Там праздник топора, там тоже очень хороший такой этот фестиваль. Ну, правда, по дереву. Ну и вот дождемся следующей зимы, будем делать новые скульптуры. Да, есть время какой-то замысел придумать еще, да, новый. Ну да, вот самое сложное это на самом деле придумать, а воплощение просто это, ну,
просто подходишь и делаешь вот, фактически так, особо не задумываясь. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу, дорогие друзья, и скоро вернемся и будем говорить о культурной жизни нашей столицы. Оставайтесь. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. Продолжаем говорить о том, чем радуют нас, горожан, гостей столицы, наши художники. Сегодня они в студии. Это Иннокентий Корякин, Сергей Колесов и Роман Петров. Мы с Романом в первом блоке как раз-таки говорили о том, что наши художники, скульпторы, косторезы ценятся на фестивалях, международных фестивалях. Одну из побед, даже две победы Роман привез уже в этом году. И мы гордимся и поздравляем. Насколько важно для художника, что вас выделили, вас похвалили, вот это вот доброе слово, когда вы понимаете, что то, что вы сделали, это хорошо. И насколько часто вы сами говорите себе о том, что ты молодец и гордитесь собой? Роман, да. Начнем с вас, давайте, потом... Ну, так, похвала, конечно, особенно от профессионалов. Ну, как похвала? Вот если сказали, ну, молодец, отличная работа. Это, ну, ободряет, делает, как бы, тебя более уверенным. Я очень ценю, когда мои работы, ну, по кости, по, как бы, ну, скажем так, не оценивают, но критикуют, дают какой-то... ну, отзыв какой-то от этой работе. Это очень важно для меня, потому что просто так работать без зрителя, без, ну, как бы без людей... Обратной связи. Да, это, ну, сложно, это очень сложно, потому что можно просто, ну, делать, кажется, тебе нравится, тебе все хорошо, а на самом деле, ну, может, это уже тупик, зачем ты это делаешь, куда ты идешь. Поэтому обязательно я прислушиваюсь к любым отзывам, как похвале, так и критике. И это для меня ценно. Ну, если прям так хвалят, но в основном я просто не верю таким словам, что вот я думаю, как хорошо, первое место. Ну, это значит, уже никакого места не будет. Скорее всего, ты пролетишь, поэтому это... Для меня, когда хвалят заранее. Я серьезно не отношусь к таким этим похвалам и прочим таким хвалениям. Когда уже есть результат, да, когда вы уже заняли, да, первое, ну, это место. Это просто, тогда... как бы, да, это смешно, и когда просто тебе говорят, вот ты молодец, там, то все, ну, серьезно не воспринимаю такие слова. Но если профессионалы, художники говорят про мои, ну, там, работы, ну, хоть что угодно, ну, да, я, это ценно, это очень ценно. Хорошо, что есть такое сообщество, да, художников, Союз художников Якутии, Союз художников России, где вы можете вот так вот общаться, получать обратную связь от своих коллег, да, и похвалу, и, возможно, критику, которая тоже будет для вас в вашу кассу, да. Сергей, вы себя как хвалите, ли вы себя часто ободряете как-то, или для вас все-таки со стороны самое главное? Да, конечно, ну, доброе слово, я считаю, что, конечно, никому не помешает. Если похвалят, если как-то отметят твою работу, это, конечно, все равно приятно же, да? А так, я, конечно, сам очень самокритичный человек. Я скорее воспринимаю критику, чем похвалу. Похвали все-таки есть какая-то, ну, мне так кажется, да, есть какая-то, или лишь бы могут похвалить, чтобы дальше работал, это так, то тоже можно понять. Иногда вот есть, допустим, люди, которых ты сам очень так глубоко уважаешь, ценишь их мастерство, вот большие, допустим, мастера, художники, их не даже одно слово, если скажут, вот молодец, всего лишь одно слово, это намного даже тебе больше значения имеет, чем, допустим, какие-то там вот люди будут хвалить, которые вот далеки от искусства, да, допустим. Вот это тоже такое есть нюансы. Но мне вот мои преподаватели, если учителя мои, кто-нибудь вот немножко похвалит меня, это очень большое значение имеет, я так думаю. Так, в целом, для творчества, конечно, стимул, вот, вдохновение, все, конечно же, от себя самого происходит, мне кажется. Вот эти идеи, замыслы, все идет от твоего, так скажем, ума, что ли, или твоего восприятия про жизнь и так далее.
Ну, мне почему-то кажется, что когда ты сам собой доволен, когда ты сам себя можешь похвалить, сказать, что вот здесь я молодец, мне кажется, вот, ну, для меня лично это отправная точка. Да, вот когда я сама собой довольна, я, конечно, выслушаю со стороны, но вот это вот первое, то, что у меня внутри ощущение, оно для меня самое дорогое. И тогда я чувствую в себе вот это вот, ну, вот это желание дальше идти, даже если кто-то меня будет критиковать, но мне перед самой собой вот как-то хорошо. Я могу собой вот в какой-то момент гордиться. Точно так, правильно. Есть такое у вас тоже, да? Вот и вот по поводу прошлогоднего, да, вот, допустим, вот у меня есть такой вот момент, потом я немножко доволен собой, я хочу сказать о том, что вот в 23-м году в апреле месяце в городе Москве была выставка, посвященная к нашей Великой Отечественной войне. Выставка называлась «Лики Победы». Она, выставка проводилась в Новой Третьяковске на Крымском валу. Вот там мои две работы были, участвовали вот на этой выставке. Вот отсюда я очень такой доволен, потому что вот какой-никакой, ну, все-таки это очень большое событие для меня. И я очень вот рад этому событию. Вот у меня немножко вот по поводу этого есть такое, немножко, скажем, удовлетворение, что ли. Это замечательно. Мне кажется, это очень важно, что ты вот внутри чувствуешь какое-то удовлетворение, да, от того, что ты делаешь ты сам. Угу. Потому что, может же, говорят же, вот как раз Иннокентий говорил, рассудит время, да, рассудит время. Могут сейчас чего-то не увидеть, ну, потом, а через время увидеть. И относительно похвалы, мне кажется, самое важное еще, когда ребенок, когда вы все были детьми и только-только начинали делать первые шаги, чтобы рядом был тот взрослый, это родитель или кто-то, может быть, из учителей, который сказал бы какое-то вот вдохновляющее слово, что вот здесь у тебя хорошо, да, вот здесь у тебя там чуть-чуть подработай, то есть сказать какое-то, ну, как бы благословил этим словом, что ли. А вот, Иннокентий, у вас были какие-то такие истории, из чего вот у вас началось ваше увлечение профессией художника? Ну, я сам родился в семье художника. Иннокентий Дмитриевич Корякин, отец мой, живописец. У вас даже вы полный тезка, ну, имя. Иннокентий Иннокентьевич. Да. Иннокентий Дмитриевич, отец. Да, ну, имя и фамилия. И творческая семья наша. Вот. И с малых лет я уже рос такой в среде, в творческой, поэтому я другой пути как бы и не знал, получается. Не было даже вопросов, кем вы будете, да? Рисуй и все. Ты не можешь плохо рисовать. Художественная школа, училище, потом институт. А кто желает, еще дальше может учиться в академии, там 3 года. Это всего сколько лет? Около 20 лет получается нашей профессии, именно чтобы достичь такого профессионального уровня. Вы и сам преподаватель, вы преподавали. Вы, кстати, все из Намцев, да? Да, нас, можно сказать, что объединяет Намский ВЛОС, поскольку мы в одно время все вместе там работали, вот Иннокентий Иннокентьевич тоже там же работал. Все являемся между собой коллегами, преподавали изобразительное искусство. В Намском педагогическом колледже. Ну, сейчас мы вот с Романом Христофоровичем там сейчас работаем там же, преподаем изобразительное искусство студентам. А как вы сами к ученикам, вот насколько вы их ободряете или критикуете, или хвалите? И что для художника самое важное, на ваш взгляд, начинающего? Когда преподавал, я старался не так уж критиковать. Именно старался всегда найти их собственный путь и направить именно правильное русло, направить их. А вот некоторые такие, ну, преподаватели свое мнение как бы навязывают, да? Это мне не нравится, например. Но вот когда мы чему-то учимся, да, мы же вот иногда копируем того, кто нам нравится. Допустим, там актеры могут копировать, да, того, кого они считают там своим кумиром, да. Ну, какие-то, может быть, там что-то ловят, какие-то нотки. А у художников есть такое, что вот сначала ты вроде бы как идешь за теми мастерами, которые тебе импонируют, для тебя являются великими, а потом же через какое-то время ты находишь свой стиль. Насколько, это, допустим, вот картины ваши и вашего отца отличаются? Ведь он же для вас был такой вот мощной фигурой. Конечно, связи такой с творчеством отца нет у нас. А он что рисовал? Он тоже больше
жизнь деревенский такой быт, он тоже писал, как Пластов, Аркадий Пластов, русский художник, его тоже как-то якутским Пластовым называли. Тоже быт, такой сельский быт писал. И еще он известен именно иллюстратором, один из иллюстраторов Лонко, уйнского, то есть Нюргун Батый стремительный. Ну, это круто. И я забыл вопрос. А насколько, вот я поняла уже, что отец по-другому рисовал, другой тематики, вы в другой. Насколько долго вот этот вот путь, чтобы найти свой стиль и не увлечься вот теми вот кумирами, мастерами, на которых ты ориентируешься? Конечно, авторитет отца как-то очень много влияет на меня. Именно цвет нравится, колорит его. Все-таки все равно что-то есть, да, есть, что? Ну, конечно, свой язык должен быть у художника. Тогда, если своего творческого языка нету, этот, ну, такой средний художник получится. Поэтому обязательно для художника найти свое направление, свой такой колорит творческий. Тогда как бы себя уже начинаешь чувствовать как художник. Но когда ты из такой семьи уже, где есть другие художники, наверное, тоже сильно не разгуляешься, потому что есть какие-то вот рамки, чтобы, может быть, как-то уж совсем за берега не выходить. Или вы позволяете себе, может быть, какие-то такие, которые чувствуете, что, например, там ваш отец бы не одобрил какие-то, может быть, такие темы, стили? Отец мой никогда не критиковал и не хвалил. Да вы что? Угу. Как же он так? Он как-то своим поведением, что ли, как-то направлял. И я горжусь, что вот работа моего отца хранится вот в Национальном художественном музее. Я постоянно хожу. Сейчас вот показывают у нас работы, я не знаю, это чьи. В Монголии ездили мы на пленер. Это оттуда фотографии. Это уже ваши? Вообще эти поездки, наверное, это одно из необходимых для творчества это обязательно. Художника. Это наш покойный председатель Союза художников Амадай Василий Николаевич нас свозил в Монголию, живописцев. Это Петров Гаврилевич, Федот Макаров, я. Вообще на сегодняшний день как живут художники? Как вы живете? Что для вас хорошо из того, что есть сегодня? И чего вам бы хотелось, чтобы какие-то, может быть, были изменения в отношении к вашей профессии? Профессия художника, я считаю, что очень сложная профессия. Тут однозначно одним словом невозможно, наверное, сказать. Но хотелось бы, чтобы все-таки более как-то внимательнее, что ли, относились к художникам. А в чем бы это заключалось, творчество? Это внимание? Больше командировок, больше поездок? Да, или... ну, конечно, там же, вот, допустим, из правительства гранты выдают, да, иногда вот могут выдать. Допустим, вот Союз художников, если бы такой хороший бы грант выдавали бы, ну, и так подают, но почаще, да, могли бы вот на пленере вот группа съездила бы куда-нибудь, по России можно было бы съездить. То есть грант Союзу художников, а вы уже там между собой распределили бы, куда ехать? Ну, может быть, да, так сделать, или может быть, одному какому-нибудь художнику, вот, допустим, в нынешнем году, да, кому-то дать, чтобы он тут куда-то съездил или выставку сделал какую-нибудь. Это же очень много дает для художника. Вообще, художник, вроде бы мастерской, он сам собой там наедине работает, да, вроде бы общения нету, но именно для этого и существует Союз художников, чтобы мы друг с другом общались. Не только вот в республике, даже по России можно поехать с художниками там, посмотреть, как они там работают. Каким воздухом, допустим, дышат, да, какие у них там какие-то вот тоже замечания, может быть, есть ли какие-нибудь предложения, могут быть. Мы же все друг у друга учимся. Так, если так сидеть одному в своей мастерской, ничего такого не добьешься все равно. Мне кажется, так. Но сейчас еще онлайн есть возможность посмотреть, вот, пообщаться. По поводу онлайна, у меня тоже есть такой вопрос, да. Ну, не вопрос, как бы. Мое такое мнение, что вот, допустим, у певцов же есть, вот они под панораму поют некоторые, да, кто-то вживую поет.
Также, по-моему, у нас тоже у художника, вот некоторые по фотографиям там могут выставку сделать. Но все-таки самое главное, вот как и вот Роман говорит, живую надо смотреть, и пойти в музей сходить, и живые картины посмотреть, какие там у них там отдает вот этот вот дух самого художника, это очень важно. А по фотографиям все-таки, по-моему, это уже немножко другое. А по фотографиям это выставка, это художник фотографирует свои картины? Ну, онлайн-выставки картины. Иногда бывают, ага, делают. А именно? Но это для распространения это тоже плохо. Это тоже хорошо, я не говорю, что это плохо. Но немножко другое, мне кажется. Есть что-то дополнить у Романа, у Иннокентия? Ну, могу вот дополнить, что вот насчет вот обучения студентов. Но основная цель наша – это то есть, привить мастерство. Самое главное – мастерство. Если будет мастерство, то уже у него будет база, и, соответственно, он уже пойдет дальше как художник работать, заниматься искусством. А без мастерства как бы это очень сложно. А что значит привить мастерство? Это научить? Но... Да, это приемы живопись, рисунок, это все как бы, ну, академический рисунок, академическая живопись, это все как бы, ну, просто школа. Да, там им надо просто учиться, и это, опыт появится, и все, уже дальше. Тогда главное желание, а остальному можно научить. Ну, не знаю, это все-таки должна быть искра Божия, должен быть талант, должен быть этот, ну, как вдохновение, это все не так просто. А вы в какой момент поняли, что вы про эту профессию, вы сам? Ну, я тоже, как бы, в семье художника родился. Мой папа тоже этот косторез, он, к сожалению, сейчас ушел. Христофор Данилович Петров, у него Абытай, это его псевдоним. Он очень плодовитый художник был. Там после основной работы приходил, начал точить вот эти работы, и он допоздна работал. Получается, он в квартире работал, никакой мастерской не было. Это в кухне он сидел, там жужжа, соседи стучали, шумели, там прекратите, спать не. Мы тоже вот постоянно этот запах, пыль. Так что это с самого моего детства я помню. Ну, мне это очень нравилось. Да, и вот я стал как бы с тех пор как бы заниматься творчеством. Да. С талантливыми людьми непросто, да, получается, что, ну, вот человек уходит в свою профессию, прям совсем погружается в нее и... Да, да. Есть некоторые... Иногда просто, да, вот начинаете работать, потом раз, вдруг как-то приходите в себя, смотрите, вот скульптура стоит, вот кто это сделал, неужели это мои руки сделали, да, это такое есть. Надо же, точно говорят, не надо детей воспитывать, да, воспитывайте себя, будьте вот сами в гармонии с собой, да, дети все, что надо, увидят, и если захотят, повторят. Дорогие художники, спасибо вам большое, что вы нашли время, пришли сегодня в нашу студию. Ольге Скуриковой огромное спасибо за помощь в организации эфира и Ирине Микимяновой большой привет и пожелание здоровья. Дорогие слушатели, вам спасибо за внимание и хорошего вечера всем.